Катаюсь, а в гостиной куча голубей. Это прикол? Не, их десяток было. Весь диван обосрали. Да я про него. Этот мудак режим косплея на полную врубил? Его нам предоставила Уоллер? Она нас поимела. Не поимела. У него на заднем сиденье орлан? Хотя да, поимела. Добро пожаловать, сэр. Я к ним. Меню можно? Спасибо. Привет. Двигайся. Ты почему в костюме? Костюм. Это униформа. И она новенькая, так что надо разносить. На задании удобнее будет. Я, может, тупой, но зачем тебе вообще в этом идти? Ярко-красная рубаха и белые штаны мало подходят, чтобы скрываться в тени. Униформа вселяет страх в сердца людей. Каких? Которые группу Village People боятся? А зачем тебе белоголовый орлан? Это орлик. Вы заказали? Орлик — ручной орлан? Да. А твою собаку зовут Собачек? Ну, хватит. А дочь назовешь дочкой? Завидуете мне? Эй, сахарные щечки, примешь заказ? Да. Простите. Что будете? Зеленый салат и чесночные цукетти. Цукетти. Хороший выбор. Спасибо. Хороший выбор. Цукетти – это спагетти из цукини. Сахарные щечки? Ты серьезно? Это же комплимент. Сахарные щечки – это жопа. А вот и нет. Да, еще бы сахарные сиськи ее назвал. Это неуместно. У нее слишком большие сиськи для сахарных. Сахарные небольшие, как твои. У тебя такие же, но называть тебя так не очень уместно. Да ну. Ладно, миротворец, хватит. Может, тебе это и не нравится, но боевых товарищей ты должен уважать. Да ну. Слышал я, как ты людей уважаешь, Мёрн. И немало. А чего он на тебя пялится? Это младший брат моего дружани, Гата Чейза. У него беды с башкой. Спасибо. Сыграем в наперстки. Возьми и изучи. Что это? Досье на первую цель. Сенатор США? Здесь не смотри. Поверь нам, он угроза безопасности американских граждан. Господи, может, хоть шлем снимешь? Заляпаешь же. Со шлема соус оттереть проще, чем с губ, и это факт. Хочешь проверить, борода крашеная? Так, я не крашу бороду, у меня необычный цвет волос. Смит, просто... Господи... Да ёб вашу мать! С тобой всегда так сложно? А? Заебуба! Миротворец вернулся, детка! О, здорово! Чё, как? Чего, Эдриан? Ничего удивительного нет в том, что я так рад. Я узнал, что моя девушка... беременна, понимаешь? У тебя есть девушка? Да. Ее зовут Шерон... Осборн. Не та... Не та, которая знаменитая. Это другая. Да, точно. Тогда зачем просишь сестрой познакомить? Ну, она не прям девушка, понимаешь? Но ты рад, что она беременна? Да. Потому что мы сделаем аборт. Ну давай, удачи. Ага, спасибо. Если хочешь прийти... Я не хочу идти на аборт, чувак. Ну ничего. Охуенчик! Миротворец, детка!